Всем привет, я Юлия Андреева. Прогноз погоды на вторник, 17 декабря, представляет компания «Киров Спецмонтаж». Комфортная городская среда в каждом новом микрорайоне. Говорят, под Новый год, если пожелается, счастливая квартира сразу появляется. Подробности 51 11 11. На вторник у нас очень большие надежды, потому что синоптики обещают, что он будет пасмурным и снежным. Средняя температура по области от 0 до минус 2. Ну, надеемся, что новогодние сугробы нас наконец-то посетят. В Кирове во вторник также пойдет снег, будет пасмурно, температура воздуха днем минус 2, минус 1 градуса, ночью ожидается минус 3, минус 2. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Ветер подует южный до 3 метров в секунду, влажность воздуха высокая, 90%, магнитное поле спокойное. Во вторник солнышко встанет в 8:27, зайдет в 14:46, луна все еще убывает. На этом у меня все. Это был прогноз погоды на вторник, 17 декабря. Пока-пока!